Раді вітати тих, хто щойно приєднався до відкритого, і наразі говоритимемо про небезпечну хворобу – дифтерію. Уже зафіксовано кілька випадків на Закарпатті та в Києві. Дифтерія в Україні – як запобігти та чи варто панікувати, розкаже Володимир Чумак, головний інфекціоніст міста Дніпро, завідувач першим відділенням міської інфекційної лікарні номер 21. Вітаємо вас. Скажіть, чи насправді ситуація тривожна, чи загрожує Україні епідемія? Добрий день, студія, добрий день, горожане, жителі нашого прекрасного міста Дніпр. Хочу сразу вас успокоїти, що в місті Дніпр не зареєстровано ні єдиного случая дифтерії. Ті случаї дифтерії, які ми узнали зі средств масової інформації, це Ужгород, один случай в місті Київ, говорить о том, что інфекційний процес был, есть и будет. И периодически все инфекционные заболевания имеют свою цикличность в развитии. После кори, о которой мы говорили неоднократно в вашей студии, может прийти незначительный рост вспышки дифтерии. Но это не значит, что на Украину надвигается эпидемия или пандемия дифтерии, потому что большая часть населения у нас все-таки привита от дифтерии и получают люди ревакцинацию, поэтому ожидать эпидемии дифтерии, я думаю, не представляется возможным в сезоне 2019 года. Что собой представляет дифтерия? Это очень опасное инфекционное заболевание, которое вызывается дифтерийной палочкой, коренобактерия дифтерии, по автору это палочка Лефлера, которая вызывает грозное заболевание с поражением слизистой ротоглотки, не только слизистой ротоглотки, но могут быть локализованные формы, это и дифтерия глаза, и половых органов, и кожи, которая в нелеченных случаях может вызывать летальность до 50%, а даже при лечении и использовании противодифтериновой сыворотки или антитоксина дифтеринового летальность может достигать до 20%. Мы должны помнить о том, что при первых симптомах любого заболевания необходимо обращаться за медицинской помощью, потому что под маской банальной вирусной инфекции может начинаться та же самая дифтерия или какие-либо другие инфекционные заболевания, которые могут приводить к потере здоровья, что может повлечь за собой различные исходы в виде каких-либо серьезных осложнений или даже летального исхода. О дифтерии все наши врачи инфекционной службы осведомлены. Существуют протоколы, по которым проводится лечение данного заболевания. Мы не должны, как говорится, изобретать велосипед. Велосипед был создан уже до нас. Поэтому, если своевременно люди привиты от дифтерии, то есть в детском возрасте мы получаем вакцинацию в 2, в 4, в 6 месяцев, и потом уже идет ревакцинация в 18 месяцев, это от 0, в 6 лет и в 16. И ежегодно необходимо раз в 10 лет ревакцинироваться от дифтерии, потому что от дифтерии постоянного и стойкого иммунитета нету, поэтому необходима ревакцинация. Откуда возможно развитие вспышек локальных дифтерии? Потому что должна быть выработка иммунитета общеколлективного. Если выработан общеколлективный иммунитет, то есть 95% будет привито нашего населения от дифтерии, то о какой-то эпидемии даже речи не может идти. Но мы уделяем в основном все вопросы по вакцинации, но забываем о ревакцинации, особенно взрослое население, которое старше 26 лет, перестает ревакцинацию проводить и создается возможность развития эпидпроцесса по дифтерии, потому что существуют медотводы, когда нельзя прививаться по каким-либо определенным показаниям, есть медицинские отводы. И второй момент, что большинство сейчас населения совершенно отказывается от прививок, считая, что они не нужны. И как-нибудь проскочим, но это может приводить к летальным исходам.
Инкубационный период при дифтерии составляет от 1 до 6 дней. В первые дни этого заболевания дифтерия может протекать под маской банальной вирусной инфекции или какой-либо фарингита, и только с появлением налетов на миндалинах, которые распространяются, уже можно заподозрить данное заболевание. Данное заболевание имеет свои клинические отличия от обычной там стрептококковой ангины или ангины Симоновского-Винсана. То, что налеты имеют бело-серый характер, плотно спаяны с окружающими тканями, и при снятии этой поверхности с миндалин возникает кровоточивость. Это связано с тем, что токсин при размножении корневой бактерии вызывает некроз тканей, который в дальнейшем приводит к массивному отеку подкожной жировой клетчатки, и развивается дифтерия. Единственным способом лечения является введение дифтерийного анатоксина или дифтерийной сыворотки, что способствует подтаиванию налетов и улучшению общего самочувствия больного. Но чем опасна дифтерия? Тем, что в ранние сроки, даже бывает так, что на первой неделе уже могут развиваться ранние миокардиты, поздние миокардиты возникают уже на второй-третьей неделе, парезы, параличи и поражение как центральной нервной системы, так и поражение почек. Поэтому хочется предупредить всех, что вакцинация – это единственный способ избежать этого заболевания и предупредить распространение этой инфекции, чтобы она не приняла масштабы эпидемии или пандемии в Украине. А сколько наразі вже щеплених у нас в місті дорослих та дітей? Этой информацией я не владею, потому что эта информация о количестве вакцинированных должны заниматься поликлиническая служба. В каждом поликлинической службе есть свои отделы по прививкам, кабинеты прививочные, и уже исходя из этого можно узнать общую численность населения, которое привито. Потому что мы можем говорить о привитых раннего возраста, ну то, что я вам упоминал, что ревакцинируются не все жители нашего города. И поэтому может возникать иммунологическая прослойка, которая может приводить к развитию этого заболевания. А скажіть, якщо вже є спалах, чи можна робити щеплення, і куди це треба звернутися людині? До сімейного лікаря чи самому придбати цю вакцину? Ні. Самостоятельно покупати вакцину смисла нету совершенно. Все прививки от дифтерии проводятся централизованно, потому что прививка от дифтерии входит в календарь прививок. Существует календарь прививок согласно возрасту, когда проводятся прививки. Человек должен обратиться к своему семейному врачу. Если он не знает свой прививочный анамнез, то ему необходимо делать первую вакцинацию, а затем в дальнейшем ревакцинацию. Это то, что касается взрослых. Дети прививаются согласно календаря прививок, то, что мы с вами говорили, 2, 4, 6 месяцев, 18 месяцев и в 6 лет. Прежде чем прививаться, человек должен быть или ребенок совершенно здоровым, для того, чтобы не провоцировать любые аллергические реакции или же вызывать легкие формы каких-либо других респираторно-вирусных заболеваний, потому что каждая прививка – это тоже является стрессовой ситуацией для организма. Поэтому прежде чем начать прививаться, надо посетить своего семейного врача, при необходимости консультация иммунолога и в дальнейшем получать прививки согласно возрасту. Наразі вакцини у Дніпрі є. Є, да. Вакцини є. Вакцини для прививок є. Обезпечені всі медичні учреждения. А чи може захворіти на дифтерію людина, яка була вже вакцинована до цього? Може, да. Ми ж говорили з вами, що імунітет при дифтерії, він не носить пожизненный характер, то есть каждые 10 лет мы должны ревакцинироваться для того, чтобы поддерживать напряженность своего иммунитета. А отсюда, если каждый будет ревакцинированный, создается общий фон населения и вырабатывается общий коллективный иммунитет. И если он составляет 95%, то
возможность развития эпидемии или пандемии дифтерии не представляется возможным. А можно робити одночасне щеплення від грипу і від дифтерії? Одновременно нежелательно, потому что теоретически, то есть практически можно, но теоретически нежелательно, потому что бывают разные вакцины, могут быть их синергизм, то есть двойное действие одной и второй вакцины, которые могут приводить к каким-либо нежелательным последствиям. Поэтому лучше с интервалом хотя бы в 2 недели проводить вакцинацию. Будь ласка. Скажите, пожалуйста, какая сезонность вот есть этого заболевания, да? Вот почему мы именно сейчас говорим о нем? Мы говорим с вами о дифтерии сейчас, потому что появились случаи дифтерии. Правильно? Если в предыдущие годы мы говорили в основном о чем? О коре. Правильно? Потому что на смену одному инфекционному процессу приходит другой инфекционный процесс. И говорили о том, что на смену кори всегда приходит дифтерия. Потому что большинство нашего населения отсутствуют прививки как от кори, так и от дифтерии. Это связано с методводами, с отказами от вакцинирования и всего прочего. Поэтому сейчас это ежегодно регистрируется в Украине единичные случаи этого заболевания. Понимаете, потому что сейчас вот эти там 3 или 4 человека, которые были выявлены, они купируют все эти локальные заболевания, и мы можем забыть. А на смену дифтерии сейчас может прийти тот же самый грипп. И тогда будем говорить о гриппе. Все инфекционные заболевания, они есть, и они регистрируются в единичных случаях. Но массовых заболеваний пока нет. Второй момент, мы не учитываем количество носителей дифтерийной палочки. Понимаете? То есть мы регистрируем те случаи, которые были. А в основном все будет зависеть от своевременно проведенных мероприятий по ликвидации этих случаев заболевания. Все будут обследованы, я думаю, что там разработаны оперативные планы обследования контактных лиц, выявления носителей дифтерийной палочки. На этом все закончится. Вот у некоторых носителей нет этой симптоматики, да, вот которыми они могут заразить, так получается. Да. То есть у них иммунитет. Да, дело в том, что для того, чтобы развилось заболевание, должны быть определенные условия. Правильно? Это в первую очередь фактор переохлаждения, наличие каких-то хронических очагов. Второй момент — отсутствие прививочного анамнеза, привит человек или не привит. Второй момент. Накануне человек мог перенести легкую форму, тот же самой ангины, но вызванной дифтерийной палочкой. Есть же процессы, когда не требуется вмешательство какое-то, человек выздоравливает, но он может быть носителем. Другому попадает, это же воздушно-капельная инфекция, в большинстве случаев 95% основной путь передачи этого заболевания – это воздушно-капельно. Описаны и другие случаи дифтерии, и контактные, и контактно-бытовые пути передачи, но они составляют очень маленький процент. В основном это воздушно-капельная инфекция. Поэтому тот очаг, где обнаружен больной, обследуется, выявляется носитель или же потенциально больные и подлежат дообследованию и лечению. Чем опасны носители? Если человек болен, он уже госпитализирован, правильно? То есть контакт лиц, с которыми он контактирует, уже совершенно снизен. А для нас большую опасность составляют люди, которые являются носителями этого возбудителя. А чи можуть бути побічні ефекти? От чего? При вакцинации от дифтерии. Но вы же поймите одно, что если выпить стакан воды, вы всегда утолите жажду, да? Но если выпить ведро воды, вы можете закончить это неблагоприятными последствиями для своего организма. Так же самое на любую вакцинацию, на любые инъекции могут развиваться любые аллергические реакции, вплоть до развития анафилактического шока. Поэтому прежде чем человек вакцинируется, он консультируется то ли с педиатром, то ли с семейным врачом, то ли с врачом-иммунологом, где должны обсудить все вопросы, была ли ранее реакция какая-то на прививки, на какие-то антибиотики, на
препараты белковые, и тогда уже в комплексе решается, надо ли прививаться или не надо прививаться. И если, может быть, надо вводить сразу более ослабленную вакцину, которая существует, с меньшей дозой токсина, и тогда все протекает нормально. А случаи реакции на любую сыворотку, на любую вакцину, они описаны как в литературе, так и в жизни, они встречаются. И избежать этого практически невозможно. Может быть, человек совершенно быть здоровым, и после введения любой вакцины возникнут побочные действия. Так же самое, как вот мы вводим противоботулинистическую, например, сыворотку, и наблюдаем больного в течение 10 дней, потому что, чтобы не было каких-либо побочных реакций. Так же самое и здесь. Скажите, а какие вот части тела больше всего страдают от этой инфекции? При дифтерии. Да. При дифтерии чаще всего подвержены. Это сердечно-сосудистая система, это развитие ранних и поздних миокардитов, поражение центральной нервной системы, парезы, параличи и поражение почек. Это основные, самые такие уязвимые процессы. Но на первый план выступает сердечно-сосудистая система, это развитие миокардитов. И самое главное вот в лечении больных с дифтерией – это уход за больным. Потому что это комплексное лечение, где участвует не только врач-инфекционист, но участвуют и кардиологи, и нефрологи, и невропатологи. Но выхаживание – самый главный и основной компонент после введения сыворотки. Дякуємо вас, що завітали до нашого прес-центру та дали практичні поради. На все добре і бережіть себе. Дякую.